серия 118, участок Мурманск-Магадан. В этой серии будет пройдено 64 километра населенных пунктов. Более-менее это Уяр с правой стороны по ходу. Я это отметил в титрах. Других особых таких зацепок нет. Вадим Дмитриенко отметил Александру VII по объездной дороге Мариинска. Ну, я думаю, Вадим, как опытный водитель, знает это место, наверное, ездил не раз. Ну, а я добавить больше ничего не могу, то что ехал по навигатору и выбрал наиболее короткий путь. Других комментариев нет, на которые нужно подробно отвечать. Поэтому приступаю к обработке следующей серии 119. Ну а вам желаю приятного, комфортного просмотра. Так, что за заправка? Заехать или игнорировать? Сейчас посмотрим. Показатель красивый, территория тоже о чем-то говорит. Запас хода 240, у меня еще канистра есть. Thank you.
за этой камерой наблюдает. Thank you.
Так, 30 литров. Сейчас до туалета дойду. Работает он, нет. Маршрут перестроим. Что перестроим? Поверните налево, а затем поверните направо. Сейчас до ветру схожу. Рассказывать, какой туалет? Или сами догадаетесь? Поэтому надо на заправках пользоваться туалетом. В этом туалете, если что упадет, то считай всегда. Так, где ключи? Я не уронил их.
идет. Одно время я снимал на видео такие вот отхожие места для того, чтобы... Прямо 43 километра. Чтобы люди знали. В любом случае не посылали, не пускали детей туда одних.
5,3, 5,2.
Выезжайте, у нас красный. За окном пейзаж, настоящая картинка. Желтое поле, на горизонте невысокие горы, покрытые лесом, белые облака и сине-голубое небо. Ближе к горизонту голубое, ближе к зениту синее. Сейчас тень от облаков лежит на деревьях с правой стороны. Облака движутся и тень по деревьям. Поехали. Уже проехали. Поздно предупредила девушка. Какая степень сумасшествия, когда начинаешь разговаривать не только сам с собой, но еще и с навигатором. И чувствуешь себя вполне адекватно, нормально. Из автомобиля выходишь, тебя не шатает. Спать ложишься, дрожание. Ну, первые дни ложишься спать, и кажется, что под тобой, под автомобилем холодильник, который вот работает, такое дрожание. Этого уже нет, уже организм адаптировался. Ну, весь день движения, весь день тебя трясет автомобиль. Раз это остается
Организм уже адаптировался к мантовным таким ощущениям и вполне адекватно, нормально.
Здесь правят ХАЗ.